Всем привет, уважаемые любители тенниса. Сегодня вы узнаете топ 100 игроков на данный момент по рейтингу ITTF. Приятного просмотра. Сотое место. Ниагол Стоянов, итальянский теннисист 1987 года, рождение с рейтингом 823 очка. 99 место. Фране Коч, хорват 1992 года рождения, имеющий рейтинг 827 очков. 98 место. Андрис Линд, датчанин 1998 года, рождение с рейтингом 847 очков. 97 место. Кристиан Плетя, румынец, рожденный в 21 веке, с рейтингом 859 очков. 96 место. Хок Ван Кит, теннисист из Гонконга 1997 года, рождение, имеет рейтинг 862 очка. 95 место. Немец Рикардо Волтер с рейтингом 863 очка и 1991 года рождения. 94 место. Польский игрок Марик Водовский 1997 года, рождение, с рейтинга 870 очков. 93 место. Русский игрок Александр Шибаев 90 года, рождение, с рейтингом 871 очко. 92 место. Тьяго Монтейро, игрок из Бразилии 1981 года, рождение, с рейтингом 875 очков. 91 место. Аргентинец Гастон Алто, имеющий рейтинг 877 очков, родившийся в 1985 году. 90 место. Мексиканец Маркос Мадрид 1986 года, рождение, с рейтингом 887 очков. 89 место. Махару Ишимура, японец, 1993 года, рождение, с рейтингом 898 очков. 88 место. Англичанин Сэмюэл Уокер 1995 года, рождение, с рейтингом 903 очка. 87 место. Чен Чнан, тайванец 1991 года, рождение, с рейтингом в 913 очков. 86 место. Аладжиде Омотайо из Нигерии, молодой игрок 1995 года, рождение, с рейтингом в 914 очков. 85 место. Мизуки Ойкава, японец 1997 года, рождение, с рейтинг в 916 очков. 84 место. Чо Сын Мин из Южной Кореи, с рейтингом в 917 очков. 83 место. Бразилец Эрик Жоути 1994 года, рождение, с рейтингом в 939 очков. 82 место. Словенец или словак Любомир Пиштей 1984 года, рождение, с рейтингом в 943 очка. 81 место. Индус Хармит Десай с рейтингом в 947 очков и 93 м годом рождения. 80 место. Любомир Янчарик из Чехии, 1987 года, рождение, с рейтингом в 949 очков. 79. Лам Сюхан из Гонконга, 1996 года, рождение, с рейтингом 950. 78. Француз Кана Кузу 1997 года, рождение, с рейтингом 963 очка. 77. Хорацио Сифуэнтес. Аргентина. Рейтинг в 986 очков. 76. Теннисист из Венгрии Янош Бенце Майорош 1997 года рождения, рейтинг в 1001 очко. 75. Янош Бенце Майорош, японец 2001 год рождения, рейтинг 1003. 74. Иранец Ношит Аламиян, 1006 очков рейтинга. 73. Сидрик Ньютинг МЗ Бельгии с 1011 очками, 1993 год рождения. 72. Эквадорец Альберто Мино, год рождения 1990, рейтинг 1017 очков, 71. Жао Монтейро, европеец из Португалии, с рейтингом в 1017 очков и годом рождения 1983. 70. Украинец Коулей 1987 год рождения и рейтинг в 1017 очков. 69 место. Баян Токич, словенец 1981 год рождения, рейтинг в 1034 очка. 68 место. Чех Павел Сиручек 1992 год рождения, с рейтингом в 1042 очка. 67 место. Брайан Афанадер из Пуэрто-Рико с рейтингом в 1057 очков, дата рождения 1997 год. 66 место. Жао Жиральдо из Португалии, год рождения 1995, с рейтингом 1058. 65 место. Поляк Якуб Диас, год рождения 1995, рейтинг 1081. 64 место.
Казухира Ишимура из Японии опять же с рейтингом 1081. 63 место. Фин Бенедо Колох, 1991 год рождения с рейтингом в 1083 очка. Перед тем, как продолжить, хочу попросить вас поставить лайк и подписаться, чтобы в будущем увидеть еще более мышепные видео. 62 место. Такоиджин, теннисист из Японии с рейтингом в 1100 очков, год рождения 1993. 61 место. Панайотис Дионис, Греция, 1980 год рождения, рейтинг 1112 очков. 60 место. Южнокореец Джон Хун Лин, 1997 год рождения с рейтингом в 1116 очков. 59 место. Англичанин Пудринг Холл с рейтингом 1126 и 1990 год рождения. 58 место. 1986 год рождения у португальца Тиаго Аполлония с рейтингом в 1128 очка. 57 место. Масато Камаридзона из Японии с рейтингом 1128. 56 место. Испанец Альваро Роблес, 1991 год рождения, рейтинг 1138. 55 место. Дайф Айбрахим из Сенегала. Рейтинг 1156. 54 место. Марсело Агири. Парагвай с рейтингом 1157 и 1993 год рождения. 53 место. Бразилец 1995 года Виктор Иши с рейтингом 1200. 52 место. Овидио Ионеско из Румынии с рейтингом 1247. 51 место. Египтянин Ахмед Салих, 1979 год рождения с рейтингом 1250 очков. 50 место. Япония. Юки Яуда. Год рождения 2001, рейтинг 1258. 49 место. Андрей Гачина, Хорватия, рейтинг 1264 очка, дата рождения 1986. 48 место. Российский спортсмен Кирилл Скачков, год рождения 1987, рейтинг 1289. 47 место. Южная Корея. Ан Чжэ Хун, игрок 1999 года, рождение с рейтингом 1296. 46 место. Даниэль Хабесон из Австралии с рейтингом 1355, год рождения 1986. 45 место. Владимир Самсонов. Страна, Белоруссия, год рождения 1976, рейтинг 1395. 44 место. Страна, Швеция, Йенен Персон с рейтингом 1412. 43 место. Бенедикт Дуда из Германии, рейтинг 1487, 1994 год рождения. 42 место. Еще один немец Цудан, на 2 года старше предыдущего и на 2 очка больше в рейтинге. 41 место. Рейтинг в 1526 очков набрал Густаво Цубой из Бразилии, 1985 года рождения. 40 место. Хорватский теннисист Томислав Пуцар 1996 года, рождение с рейтингом 1536. 39 место. Джонатан Грот из Дании, год рождения 1992, рейтинг 1537. 38 место. Китаец Чжао Цзиха, год рождения 1997, рейтинг 1550. 37 место. Эммануэль Лебессон с рейтингом 1578 из Франции. 36 место. Ван Ян из Словакии с рейтингом 1595. 35 место. Казах Кирилл Герасименко, рейтинг 1601, год рождения 1996. 34 место. Страна, Индия, Шарат Камал Ачанта, год рождения 1982 с рейтингом 1615. 33 место. Индус Сатхиян Гнанасекаран, 1993 года рождения с рейтингом 1626. 32 место. Антон Кальберг, страна, Швеция, рейтинг 1793, год рождения 1997. 31 место. Американец Канак Джа, год рождения 2000, рейтинг 1813. 30 место. Рувен Филус, немецкий игрок 1988 года, рождение с рейтингом 1826. 29 место. Кристиан Карлсон из Швеции с рейтингом 1828, год рождения 1991. 28 место. Японец Джун Мизутани, 1989 год рождения, рейтинг 1864. 27 место.
Теннисист Роберт Гардаш из Австрии с рейтингом 18.74 очка. 26 место. Маркос Фрейтас, страна, Португалия, рейтинг, 2021, 88 года рождения. 25 место. Амар Ассер из Египта, рейтинг 2030 очков, дата рождения 1991 год. 24 место. Тайванец Чуан Чуан с рейтингом 2038, год рождения 1981. 23 место. Японец Коки Нива, год рождения 1994, рейтинг 2112. 22 место. Страна, Гонконг, Вон Чун Тин, рейтинг, 2434, год рождения 1991. 21 место. Южнокореец Ли Сан Су с рейтингом 2559, год рождения 1990. 20 место. Теннисист из Франции Симон Гази, 1994 года рождения с рейтингом 2576. 19 место. Янг Вуджин, страна, Южная Корея, рейтинг 2607. 18 место. Швед Трулс Маригард, 2002 года рождения с рейтингом 2621. 17 место. Словенец Дарко Ергич с рейтингом 2720. 16 место. Джун Юн Сик из Южной Кореи, год рождения 1992, рейтинг 2730 очков. 15 место. Матиас Фальк, год рождения 1991, рейтинг 2828, страна, Швеция. 14 место. Патрик Франциско из Германии, 1992 года рождения с рейтингом 2839. 13 место. Лиам Пичфорд, англичанин с рейтингом 2851 и 1993 годом рождения. 12 место. Ван Чуцин, Китай с рейтингом 3007, год рождения 2000. 11 место. Квадри Аруна из Нигерии, 1988 года рождения с рейтингом 3141 очко. 10 место. Китаец Линь Гао Юнь занимает 10-ю строчку рейтинга и имеет рейтинг 3030. 9 место. Теннисист из Китая Сюй Синь, год рождения 1990 и рейтинг 3452. 8 место. Тимо Боль из Германии, 1981 год рождения, рейтинг в 3512 очков. 7 место. Линь Цзюй. Страна, Тайвань. Рейтинг 3705. Год рождения 2001. 6 место. Немец Дмитрий Овчаров с рейтингом 3798 очков и 1988 годом рождения. 5 место. Теннисист из Китая Лян Цзинку, 1996 года рождения и с рейтингом 3841. 4 место. Японец Томока Цзухаримото, 2003 года рождения с рейтингом 4608 очков. 3 место. Хьюго Кальдерано из Бразилии, 1996 года рождения с рейтингом в 4913 очков. 2 место. Малун из Китая с рейтингом в 5404 очка, 1988 год рождения. 1 место. Китаец Фан Чжуньдун, год рождения 1997, рейтинг 8598. Ну что ж, друзья, напишите, что вы думаете об этом топ и соответствует вашим ожиданиям. Всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал и ставить лайк.